Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 185 сантиметров, вес 84,5 килограмма. Профессиональный рекорд 14 боев. 11 побед при 3 поражениях. Его стиль ММА. Дамы и господа, встречайте из Махачкалы, ведомый знаменитым Фродо Шарик Абдулхаликов! А вот его соперник в красном углу клетки. Бойцу 26 лет, рост 183 сантиметра, вес 84,4 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев, 5 побед. Дамы и господа, его стиль рукопашный бой из Гроссова, не станущий поражений, Абдулрахман Чанбаев! Не нарушаем, уважаем друг друга. На протяжении всего боя слушаем внимательно мои команды. После команды стоп не работаем. По углам. Так, начинается первый раунд, начинают бойцы в стойке, как я уже сказал, оба ударники. Пока оба выцеливают, мы видим, бойцы ведут такой позиционная борьба такая в стойке оба бойца. Говорят, что со светом? У вас нету связи со светом? Проводит лоу-кик. Сейчас Джанаев. Работает первым номером. Хорошо попадает. Кстати говоря, есть общий соперник у Шамиля Абдулхаликова и Рахмана Джанаева. Это Алексей Ефремов. Так вот, Шамиль проиграл Ефремову в феврале 2013 года на турнире Pro UFC 46. А Рахман Джанаев Алексея Ефремова победил в марте 2015 года на турнире ACB 15 по очкам. Но, с другой стороны, это ни о чем не говорит. Погрызается сейчас Абдулхаликов. Удар ниже пояса был, но не специально, видимо. Очень хороший поединок. Такой интересный первый раунд. Обмениваются бойцы хай-киками и лоу-киками. Вот, попадает сейчас Абдулхаликов. Thank you.
Так, сверху находится Шамиль Абдулхаликов. И защищается, туда, да, снизу. Рахман Джанаев, Рахман Джанаев пытается поставить гард. Шамиль Абдулхаликов. Соперник серьезный. С другой стороны, у Рахмана Джанаева откровенно проходных соперников не было. Встречался он с опытными бойцами. Позиционная борьба в партере продолжается. Концовка первого раунда. Так, закончен первый раунд. Ну что ж, у нас второй раунд. Напомним, поединок в среднем весе. Рахман Джанаев. Он в перчатках с красным скотчем и сейчас находится в защите и атакует Шамиль Абдулхаликов. Боец, представляющий Дагестан. Оба представляют Российскую Федерацию. Рахман Джанаев. Атлет, не имеющий поражений. Вот сейчас мы видим, он проводит вертушку. И соперник у него очень серьезный. Жестко попадает с колена сейчас Шамиль Абдулхаликов. И тейкдаун со стороны. Заходит в маунт сейчас Рахман Джанаев, но пока извлечь дивидендов из этой позиции не может. Опытный Абдулхаликов очень плотно прижимается и вяжет, да, вяжет. Вяжет, ставит замок. Ставит замок на спине Джанаева. Мы видим, каким интересным приемом пытается разбить замок Рахман Джанаев. Да, подтягивает к сетке он своего соперника сейчас. Попытается расцепить мощное объятие. Глаза, глаза. Так, ну там Абдулхаликов говорит, что в глаза. Видимо, не специально. Все-таки. И вот да, здесь можно работать уже. Пытаться работать. Сетку трогать нельзя. Смотрите, что делает Абдулхаликов. Он пытается вывернуться. И мы видим, что практически удалось ему это сделать. Да, удается выйти из этого положения Шамиль Абдулхаликову. И сейчас он попытался сконтратаковать и уже сам провести тейкдаун. Рефери призывает бойцов к активности. Да,
Да, и удается перевести в партер Шамиль Абдулхаликову Рахман Джанаева. И сейчас уже он находится сверху. И мы видим, что периодически удаются удары сверху Шамилю Абдулхаликову. Такой короткий удар сверху сейчас наносит Шамиль Абдулхаликов. И занимает позицию сверху в данный момент. Рахман Джанаев вяжет своего соперника. Плотно обхватывает руками за спину. И вот так вот разбивает. Заходит в маунт и начинает наносить удары Шамиль Абдулхаликов. И еще минута до конца этого поединка. Да, такое, значит, устроило сейчас избиение. Сложный момент, сложная такая ситуация, Джанаев. Оказывается, Рахман Джанаев. Да, очень ему непросто. Соперник у него жесткий, бьющий. И с апреля 2013 года Шамиль Абдулхаликов не знает поражения. Пошли заключительные 30 секунд второго раунда. Я думаю, что второй раунд однозначно за Шамилем. Но такая концовка. Вот в основном как раз таки за счет того, что он ему удалось залезть в маунт. И мы видим, да, он разбивает. Да, наносит Рахмана много Джанаева. Ударов сверху. Защищается сейчас Рахман Джанаев. Ну да, у него единственный вариант — пытаться закрыть голову. Закончен второй раунд. У нас такое бескомпромиссное кавказское дерби в Краснодаре. Прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ. Юбилейный турнир ACB40 под кодовым названием «Поле битвы». Шамиль Абдулхаликов, представляющий Махачкалу, его соперник Рахман Джанаев, представляющий Грозный. Рахман Джанаев — боец, не имеющий поражения. Его позорный список — 5 побед. И Шамиль Абдулхаликов — 11 побед, 3 поражения. Но эти 3 поражения были у него уже относительно давно. Напомню еще раз. С апреля 2013 года Шамиль не проигрывает. Бойцы начинают в стойке. Так, начинает, старается поддавливать и забрать центр октагона Шамиль Абдулхаликов. Он в перчатках с синим скотчем. Его соперник Рахман Джанаев в перчатках с красным скотчем. Такая пока позиционная борьба. Джанаев начинает с лоу-кика. Хороший такой удар сейчас нанес Джанаев. Да, в прыжке и так в разрез он попытался попасть и достиг удар цели. Но задача Рахмана — не дать сопернику, что называется, провести удачный тейкдаун. Я думаю, что при первой же возможности попытается пройти в ноги, перевести ситуацию в партер Шамиль Абдулхаликов. Мы видели, что во втором раунде он очень хорошо смотрелся именно в партере.
Что касается Джанаева, то ему нужно активнее работать в стойке. Но вот сейчас он зазевался и пропустил левый боковой. Ну и попытка Абдулхаликова, как я и прогнозировал, провести тейкдаун. Да, и такой клинч у сетки. Защищается Рахман Джанаев. Такие удары коленями наносит Шамиль Абдулхаликов. По ногам разбивает своего соперника. Рахман Джанаев только вяжет руки пока сейчас. Поднимает бойцов. Приглашает бойцов в центр октагона. Да, и бой продолжается в стойке. Хороший боковой наносит Джанаев, но этого мало. И мы видим, отвечает двойкой Абдулхаликов. И опять сейчас прозевал Джанаев двойку от Шамиля Абдулхаликова. Да, успевает. Вот так вот много финтов показывает, выбрасывает и успевает попадать Шамиль Абдулхаликов. Мы видим, отвечает сейчас Джанаев таким фронт-киком. Подбирается спокойно на удобную дистанцию для себя Шамиль Абдулхаликов. И сейчас будет попытка тейкдауна, скорее всего. Жестко попадает снизу Абдулхаликов. Да, в очень непростом положении находится Рахман Джанаев. Да, и снова попытка Шамиля Абдулхаликова перевести в партер. Видимо, он пытается забрать ногу Джанаева. И удается ему. И плотно забирает сейчас шею своего соперника Рахман Джанаев. Да, это шанс. И у нас еще чуть-чуть больше минуты до конца третьего раунда. Да, и ставит он гард, кстати говоря. Поэтому в очень непростой ситуации Шамиль Абдулхаликов находится. То есть тут главное, насколько хватит сил у Джанаева додержать соперника и подумать о вариантах развития контратаки. Да, плотно сейчас забрал захват, ногами зафиксировал Рахман Джанаев и держит своего соперника. За счет ног пытается растянуть своего соперника. Так, там выплюнул капу, насколько я понимаю, Шамиль Абдулхаликов. Ну, то есть, да. Еще раз, если выглянешь капу, то дисквалифицирую. Это предупреждение рефери, да. Абдулхаликова Шамиля от рефери. Конец третьего раунда. И вопрос, сможет ли додержаться до конца Шамиль Абдулхаликов. Пытается он растянуть, но...
К сожалению, для себя терпит первое поражение в карьере. Но да, без поражений не бывает дальнейших побед. Добрый вечер, Краснодар. Первый раз выступаю в вашем городе. Первое же впечатление хорошее. Альхамдулилля. Спасибо вам за поддержку. Ваша поддержка нам очень помогает в бою, в трудных моментах. И спасибо организаторам ICB и всем, кто помогает этот прекрасный турнир проводить. И всем, кто мне помогал к этому бою, моим братьям, спасибо огромное. Шамиль Абдулхаликов.